Привет, друзья! Итак, мы сегодня обсудим важную новость про Зеленского. В Раде предрекли Зеленскому бегство в Россию. Принятие закона об олигархах может привести к бегству президента Украины Владимира Зеленского в Россию, заявил депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. Политик считает, что законопроект превращает Украину в монархию. Цитата. «Это большая коррупция. СНБО, а по сути сам Зеленский, будет решать, кто плохой, а кто хороший. И сразу начнется. Не хочешь быть плохим, то бери чемодан денег и неси на банковую, где расположен офис президента», утверждает Гончаренко. Парламентарий выразил мнение, что закон позволит оказывать влияние на СМИ, чтобы те не освещали, как власть грабит страну. Цитата. «Владимир Александрович, я хочу вам напомнить одно, что все это на Украине не пройдет и завершится одним – Ростовом», предположил депутат Рады. Гончаренко также отметил, что законопроект приняли, не дожидаясь выводов Венецианской комиссии, поскольку его инициаторы знали, что европейцы никогда не смогут поддержать такое. Ранее парламент Украины по инициативе президента принял закон об олигархах, согласно которому Совет национальной безопасности и обороны СНБО будет принимать решение о признании олигархом и вести специальный реестр.